Ну попробуй, сейчас. Зачем у меня сок? Все, не надо его держать. Толкай ножку. Нет, смотри, ножка. Я толкнусь. Когда-то у полуторагодовалой Ани была машинка-каталка. Девочка любила на ней ездить. Но игрушка сломалась, а замена ей не нашлась. Тимофей, старший брат, теперь помогает ей освоить беговел, который она выбрала среди большого количества подарков от жуковских гимназистов. Они приносили какой-то спортинвентарь, который посчитали, может быть, нужным другим деткам. «Веселое лето» – это совместная благотворительная акция сообщества многодетных семей «Много нас» и частной гимназии. На центральную Одинцовскую площадь пригласили семьи, в которых не меньше 4 детей. Мне понравился мяч волейбольный. Я люблю волейбол, и мне нравится. Ракетки. Почему ракетки? Потому что я хочу поиграть с ними. У меня никогда почти... Мама мне не разрешает давать ракетки, потому что я их никогда не могу найти, потому что они далеко в кладовке убраны. Вот именно для этого мы их пригласили, чтобы они выбрали именно то, на что у них загорится глаз. Поэтому перед тем, как начать мероприятие, мы подошли к каждому и спросили, кто что хочет. И вот каждый выбрал себе то, что вот они захотели, и сразу подбежали к этому. То есть их счастливые глаза, конечно, побуждают нас к тому, чтобы проводить это как можно чаще. Велосипеды, самокаты, беговелы, прыгалки и бадминтон – все полученные подарки сразу использовались по назначению. 6-летний Арсений нашел у ГДО себе нового двухколесного друга. Надев шлем, мальчик решился едва ли не в первый раз сесть на большой велосипед. Мне кажется, это очень-очень важно, потому что не всегда многодетные семьи могут себе что-то позволить, а у кого-то что-то лишнее из вещей осталось, и жалко выкинуть. Поэтому это очень здорово. Подобные акции в рамках проекта «Мамина помощь» сообщества многодетных семей «Много нас» организаторы планируют сделать хорошей традицией Одинцовского района. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».